Так как мы находимся на самоизоляции, мышцы держать в тонусе необходимо. Давайте пробовать тренироваться в домашних условиях. Бутыли. Садимся. И махаем в стороны. Раз. Два. Спокойно, не торопимся. Хорошо. Вот так вот. По 15-20 повторений. 4 подхода. Берем баклажку. Вот в таком положении. И просто приседаем. Не спеша, спокойно. 15-20-25 повторений. 4-5 подходов. Следующее упражнение. Берем наши водяные гантели. И делаем выпады. Можно на месте. Также по 15-20 повторений. Одну ногу, другую ногу. 3-4-5 подходов. Так. Задней ногой мы регулируем расстояние и как бы держимся. И вот так вот работаем. Так посложнее, но эффективнее. Одной ногой, потом другой ногой. Вот и пригодилось полотенце, покажу для чего оно. Это будем делать, накачивать спину. Так, натягиваем полотенце и на себя. Сводим лопатки. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Также делаем по 15 повторений. 4-5 подходов будет достаточно. Ложимся. И скручиваемся. Раз. Два. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Либо вот так. Также делаем по 3 подхода. 15-20 повторений. Больше не надо.